сейчас я посмотри, как она там. Задонать. Несчастный и бедный, задонати, убер маргиналу, он сверхчеловек, задонати. Потом еще, где же Сармату, он гигантский человек. Саша, ну что ты, дикие пятоте? Ты посмотри русскоязычный ютуб, ты еще не такое запоешь. Я смотрел их, блин, несколько лет. Нечего смотреть их. Они считают себя сверхлюдьми. Один, короче, ростом вот примерно вот такой. Все, Саша, я ушла, мне нужно. Короче, тут не очень-то хорошо видно, но конструкция на самом деле гениальная. Так, начинаем, ребят. Нет, как он мешает. Всего это окошко. А ты не обращаешь внимания на камеры наблюдения, которые повсюду растут и растут все больше и больше? Камеры наблюдения, не обращаешь внимания по всему лицу? Ну, это наше будущее тоталитарное. Наше тоталитарное будущее. Чтобы, когда война начнется, никто не смог с войны сбежать. Да. Чтобы когда банки будут заставлять людей последние деньги отдавать, а никто не смог скрыться. Знаешь, зачем делают коронавирус? Чтобы быстрее на безналичный расчет перешли. Я супер конспиролог, конспиролух. Поэтому мне не донатьте, это невыгодно правительству, банкам невыгодно. Поэтому донатьте тем, кто пьет пиво на стримах и сует себе что-нибудь в задницу на стримах, им донатьте. Такие тоже есть в русскоязычном ютубе. Это красит себе губки. Тоже и донати, они делают важное дело для нашей страны. Да я говорю, там типа люди донатят тем, кто красит губки, сует себе бутылку в зад и. Саша, что ты фигню складаешь? Это на русскоязычном ютубе происходит. Зачем ты это смотришь? Зачем так ты я, такую фигню? Так смотришь? Я это не смотрю. Это, а зачем это, ты смотришь? Это выходит в этих. Они выводятся в топы всегда. Зачем ты это смотришь? Это зачем кто? Ты вообще в этом это выходит. Интернете ты заходишь, а там бутылка в заднице. Саша, прекрати. Губы. Прекрати. Там долям. Я не хочу слышать этого. А ты что смотришь? Я вообще это не смотрю. Я знаю, что интернет это всемирная свалка. А ты смотришь? А ты смотришь Путина? Путина смотришь? Путин-то, он знаешь, себе губки это надул как. Путин так сделал себе губки хорошие, он тоже может блог, бьюти-блог завести. Бьюти-блогер Путин. Ты бы смотрела его, если бы он рассказывал, как губки накрашивать-то? Фигню нести. Ничего себе, не фигня, блин. Так, надо проверить. Так лучше видно, ребят. Да я просто рисую, все, тихо рисую. Я просто тихо рисую. Так это будущее наше. Саша, успокойся, а, будущее. Я борюсь с этим будущим. Так я борюсь с будущим, с системой. Откуда? Я сейчас быстро дорисую и тоже пойду.
А ты... Я биоробот, Толя. Я хочу донатов, донатов. Пью пиво на стриме. Донаты мне шлите. И они шлют донаты. А я нежный, губастый хрен. Крашу губки. Крашу губки на донаты. И мне должны платить донаты. А я художник Александр Алексеевич.